И именно она помогла ему сейчас осваивать другой вид спорта – карате-до. Молодец. А это две сестрички – Оля и Катя Капрановы. Олю вы, конечно, очень хорошо знаете. Чемпионка мира 2005 года. Ну, Катюша не добилась столь значительных успехов в художественной гимнастике. Она уже 3 года не занимается ею. Но дослужилась до мастера спорта международного класса. И очень просила Олю взять ее на сцену, придумать что-нибудь. Вот вместе они придумали эту композицию. Ольга ходила по театральным магазинам, разыскивала платье, плащ. Ну, а Катя делала на компьютере такую маленький коллажик на музыку Ллойда Вебера. Но я думаю, что у них это хорошо получилось. Я думаю, что Катя в дальнейшем тоже будет делать какие-то показательные номера. Она же ведь тренирует маленьких детей. И я думаю, поэтому у нее, в общем-то, много будет фантазии на будущее. Катя не потеряла форму, как я вижу, да, Лена? Да. Еще раз повторю, бывших гимнасток не бывает. А мне в разговоре она призналась, что испытала такой адреналин и такой восторг от того, что она оказалась, на ковре и слышала аплодисменты в свой адрес. Это же прекрасно, что вот такие уже взрослые гимнастки, которые, казалось бы, уже не выступают, и вдруг они выходят на сцену и начинают показывать свои элементы, которые они делали когда-то. И делают они их прекрасно, правильно? Так же, как Лиса Утяшева, вот Катя Капранова. И я думаю, что многие бы девочки могли порадовать нас тоже какими-то номерами. Ну, будем надеяться, что это и